Что тут случилось? Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Thank you.
все на куски разваливается. Наверняка впереди выход. Еле нашел. Приходи, когда закончишь. Мне осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее.
пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Мне это нужно больше, чем тебе. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому, короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери заперли. Спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Или допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Thank you.
руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты? Рипли. С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно, в грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Давай, я не намерен тут долго торчать. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. По сторонам глазеешь? Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Погоди, сейчас лифт открою. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Следующая остановка – грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю.
У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Черт! Валим! Со мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Депух, нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Так было надо, это ты предложил, не я. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной! Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Только не включай, где попало, а то нас заметят. Пошли. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта — единственный выход. Найди ее. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь, я же говорил. Идем. Лучше тут не задерживаться.
У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Теперь тихо. И фонарь не включай. Тихо ты! Стой! Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй! Ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Он обычный продавец. И что, ты на его место хочешь? Я говорю... А ты поменьше за умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Что случилось? Вроде не сломан. А ты это как понял, инстинкт? Ну, если бы он горел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал. Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение. Крыса? Ни хреновая должна быть крыса. Молодец, ребят. Сюда. Кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушки. Ну что, давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Тише, они еще рядом. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Чья виза неделю назад закончилась.
обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Убери! Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Они сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Его убили! Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Что это за тварь? Надо Центру связи Sixsense Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions.